Это MC Mel и Саморез. Йоу-йоу-йоу. Держите микрофоны. Ну, это тема настоящего батла, на самом деле. Первый раунд, это я респектую тебе. Ты крутой чувак. А вторая тема, ты лох, я твой нюх топтал. Оу, щит. Главное не перепутать. Ну, ты помнишь, что у тебя два раунда, и первый раунд, это ты должен восхвалить своего противника. Я тебя респектую, но нюх топтал. Окей. Ты можешь, да, это сделать так. Ну что ж, диджей Скотч. Окей. Два раунда. Йоу. Йоу, итак, это первый раунд, чувак, и я тебе респектую. Ты такой симпатичный, что после батла тебе вдую. Ну типа как красотки, задницей огромной. У тебя такие дреды, чел, ты бесподобный. Твои кеды не промокают, даже под дождем. Ты в такой стильной куртке, тебе все нипочем. Я твой нюх не затортаю, никогда-никогда. Потому что все, что говорю сейчас, это байда. Ты не брал микрофон, еще не подносил его ко рту. А я уже проиграл, и такую муру сейчас несу тебе прямо в твои уши, как я тебе респектую, моя голова как боксерская груша. Чувак, у тебя жирный хук. Я бы очень хотел, чтобы ты был мой лучший друг. Я хотел бы на тебе жениться и сделать тебе предложение. Это супер рэпер и МС, это сугубо твое мнение. Эй, чувак, тебе я респектую ту. И, может быть, даже руку пожму. Но, может быть, в следующий раз я одену бахилы и скажу: класс, что я такой. И наплевать, я буду тебе стопудово сейчас респектовать. Потому что я знаю истину одну. Ведь сущность Бога в каждом сидит. И изнутри достаю и сюда кладу. Может быть, с тобою я на стритке битка побью. А ты мне стопудово зачитаешь фристайл свой. Ведь ты далеко, пацан, не тупой. И то, что ты байду сказал, это мат. Значит, ты проиграл. Вот я по делу сейчас стопудово говорю. И пойду в сторону нафиг отодвину. Так что будем вместе мы качать. Респект всем здесь, кириши, качать. Yeah. Yeah. Супер, супер. И раунд номер два. Я твой нюх топтал. Это надо дисреспект, да? Дис. Йоу. Йоу. Скотч, а можно что-нибудь пожестче? Вот нюх топтал, чтобы... Нюх топтал, да. Хардкор, хардкор. Ну, мэн, без там, ну, такого. Все, что было на батле. Давай. Конечно, батл батлом, а Unity, хип-хоп Unity, оно остается Unity до конца. Погнали, раунд номер два. Йоу. Йоу, стоять с тобой на одной сцене, это позор. Я топчу твой нюх, чувак, и это хардкор. Галимыми тапками, которые все в какашках. Твои фристайлы все дома записаны на бумажках. У тебя, походу, где-то есть подсказки. Тебе не надо читать фристайл, тебе надо раскрашивать раскраски. Ну типа как дети в третьем блин-классе. Такой фристайл сочинил бы дома, я сидел на унитазе. Я тебе респектовал 20 секунд назад. Но у тебя типа есть дреды, а я зато бородат. Чувак, как я уже тебе сказал, я тебя взял бы. Но это типа такой типа фристайл кал, блин, я тебе точу тебя сейчас. Опускаю тебя головой, чувак, прямо в унитаз. Что это за стиль? Это дисреспект. Сегодня вы один батл, и это очень крутой проект. К сожалению, чувак, мой фристайл лошадь ты не пройдешь, потому что в твоих дредах завелась жирная вошь, которая чувак намного круче, чувак, читает тебя. Вот такой вот стиль, твой фристайл не стоит и рубля. Вот. А я и не собирался свой фристайл продавать. Мне нравится просто так вот качать. И дисреспекты не буду я кидать, ведь эта тема не для меня. Буду я говорить от души. Я точно знаю, что к сводкам не буду придираться. Ведь это низкая фигня. Нужно развиваться, убирать и улыбаться. Не париться вообще. И ты опять сказал, что твой фристайл полный кал. Тебя никто за язык не тянул. Но ты на эту сторону сам шагнул. И по ней походу будешь дальше идти. А мне не нужно гнуть понты. И не нужно дальше проходить. Я просто буду хип-хоп свой любить. Тебе дарит и каждого тут качать. Я хочу, чтобы улыбались вы. Вот такой вот выход из сложившейся ситуации.
И узнаем, что скажут наши судьи. Кто же пройдет следующий круг? Итак, 3, 2, 1. И проходит саморез. Саморез — это наш четвертый полуфиналист.